До нас уже долетали слухи, что ситуация развивается стихийно, потому что никто не знал, сколько билетов на самом деле продано. Машины начали заезжать на обочину, и мы поняли, что это парковка для приехавших на концерт. Я никогда в жизни не видел столько людей одновременно. Внимание, внимание! Все, что могло пойти не так, пошло не так. Жуткая антисанитария, нехватка персонала для оказания медпомощи. Губернатор собрался выслать к нам Национальную гвардию. Нам говорили, что мы представляем угрозу для общества, для здоровья населения, для всего на свете. Я все время спрашивал себя, чем это может кончиться. К 69-му году казалось, что мы, наконец, побеждаем в этой культурной войне с истеблишментом. Молодежь бросала вызов общественным устоям. Тем более, что война во Вьетнаме затронула всех и каждого. Я знаю, многие тогда почувствовали, так дальше жить нельзя. Нам нужны были ответы. Мы искали людей, которые бы чувствовали то же, что и мы. Со стороны могло показаться, что мы терпим бедствие. Но мы так вовсе не считали. Самая большая свобода – это когда ты можешь быть собой. И знать, что тебя никто не осудит за это.